сказано. А Ростислав Ризович у нас тоже же человек. Не перебивай! Потому что это все не имеет отношения к публичным слушаниям. Это ничего не имеет отношения к публичным слушаниям. И этот спектакль, уважаемый молодой человек, да, он, к сожалению, не уместен на публичном слушании, уважаемые жители. И я на это обращаю особое внимание. Спасибо. Уважаемые жители, уважайте себя. И спектакли нам здесь не нужны одного актера. Обалдеть. А он не один актер. Одного в курсе в театральной будущей. Ну вот видите. Дальше. Спасибо. Так, кто еще хочет выступить? Мы вас услышим, Владимир Николаевич дорогой. Мы вас услышали. Спасибо. Спасибо. В отставке ветеран политических Иванов Валерий Васильевич проживает здесь. Служил по разным дыркам, но потом посчастливилось еще в очередном вопросе. Значит, что я вам хочу сказать, поскольку наш уважаемый ведущий вот, общественных слушаний любит законы, я хочу напомнить. Федеральный закон 131, 2003 года. Где говорится о организации самоуправления территории. Там написано права всех субъектов. Городской округ, городской округ, разделение на районы, сельский округ, городское поселение, так, и прочее, прочее. Значит, у них функции примерно все одинаковые. Формирование бюджета и там до самого места, культуры. Ясно, что бюджет за горячий, подкрутный в основном налогами, за землю и вот собственниками жилья, которые проживают в квартирных домах, он не будет достаточен для того, чтобы эту территорию развивать. Вот. Поэтому власти местные наши должны обращаться к Министерству обороны, дальше, главе нашей Московской области Воробьевой, для того, чтобы те оказывали помощь, потому что у нас есть республики дотационные, например, Чечня, там 56 миллиардов, она же не зарабатывает их. И другие можно привести примеры. Вот. И сюда тоже можно эти деньги-то с области давать. Да, и надо активнее работать, не надо это, ходить и договорить. И если нас отдадут, во-первых, надо желание еще жителей города Щелково, потому что, когда идет объединение, проходит слушание общественных всех субъектов, которые объединяются. И жители города Щелково скажут, зачем нам нужна нищая Загорянка, что мы ее будем строить там, а у нас в городе Щелково своих проблем достаточно. Да, да. Поэтому было два хороших предложения, вот оставить нас, значит, такой, как есть, и добиться того, чтобы мы были субъектом области. Тогда с областью наши люди были нормальных, честных людей, которые будут день и ночь работать на население. Вот. И мы будем знать их тогда, что вот эти за нас будут работать. А то повыбирали этих депутатов с Единой России, которые подохватались этих билетов, сели там, и кому не подойдешь, одни обещания. Вот. Спасибо. Ваше предложение. Спасибо. Спасибо.